Привет всем. Вот есть такой капот от Запорожца. 40-сильный, 968 м. Вроде нормальный. Не лопнутый. Ровный. Маленько грязный, конечно. Это земля, ее надо отмыть теплой водой. Почти как новый, идеальный. Где-то одну ямочку видно было. Это вот эта вот, одна единственная ямочка. Вот она. Совсем слабая, слабая. Она все целенькая. Так. И молдинги. Молдинги есть длинные. Скорее всего, это задние. Они в идеальном состоянии. Нигде не помяты, абсолютно идеальные. Эти молдинги из нержавейки сделаны. Это вот один, вот сейчас второй. Так. Здесь даже крепеж. Есть вот такой закладные болты. Это уже по краям, по-моему, как я понял, эти закладные стоят. А в середине стоят чопики пластиковые. Так, что еще? Это похоже на дверях стояли. Вот здесь вот есть дефект. Небольшой дефект есть. Видно тебе или нет. Вот она. Это остальное ровненький весь. Так. Второй с двери. Ровненький весь. Вообще ровненький, никаких дефектов. И вот то, что похоже, то, что тебе надо. Ну, они все с дефектами. Это, наверное, с передних крыльев, как я понял. Вот такой. При сильном желании можно выпрямить, но это надо работать. Здесь вот. Небольшие дефекты. Чуть-чуть. Плохо видно. На отблеск. Не знаю, увидишь, нет. Второй. Смотри, какой. Весь жёванный. Раз. И здесь. Это кончик. Короче, если есть желание, пиши. Могу выслать тебе их все. А там из вот этих длинных, а можешь их обрезать и сделать
короткие на крылья. А здесь на капоте молдинг вроде ровный. Одно место прижатое, чуть-чуть прижатое. Все здесь все ровненько. Могу отправить деловыми линиями. Энергия есть, есть Ротек. Если что, пиши, звони. Всем пока. Счастья, любви и удачи. Вот есть еще с переднего капота. Откопал. У него небольшая кривизна, но это выпрямить можно. Главное, что он сам целый. С родными клипсами. Это я снимал с переднего капота.